Иди ко мне. Идем, идем. Там пусто. Иди ко мне. Лифуша. Всем привет, мои хорошие! У нас уже время 4 часа, я только начинаю снимать. Сегодня вообще не было времени для съемок, хотя я прям там буквально минутку поснимала, чтобы вам показать, чем мы вообще занимались до этого. Сашуля встал сегодня прям рано, делал ворота, калитку, и вот сейчас уже устанавливает замок. А я приготовила обед, и давай бегом бегать по магазинам в поисках коробок маленьких. Я до этого ходила, узнавала, оставляла свой номер. Ну, коробок много, но они все просто огромные, гигантские, а мне надо такие небольшие. И вот сегодня просто в последний день, представляете, нашла такое огромное количество коробок. Ну, хорошо, что так все сложилось, и мы сегодня отправили первую партию посылок. Я безумно рада, и вот мы вышли, наверное, около 12 часов, и вот на почту поехали уже, наверное, где-то было время 4 час, и вот приехали, половина четвертого, чай попили, так выдохнули, и Сашуля говорит: «Янусь, я так не устал делать забор, как вот посылки собирать». Ну да, конечно, думаешь, как, что... Лучше там запечатать, закрыть, чтобы ничего не повредилось. Все дошло. И я говорю, нервничала, бегала, искала эти коробки. Потом надо было тоже внести все адреса через приложение. Так посылка, пересылка, точнее, обходится гораздо дешевле, чем вот делать это на почте. Хочется ведь вашу денежку тоже сэкономить. И вот проверяла себя там сама 350 раз, чтобы не ошибиться и все правильно вести. Это одно дело, когда одна, там, две, пять посылок, шесть, а когда их столько много, это нелегко. Ну, хорошо, что все хорошо, мы рады. И вот я вышла на улицу, сейчас хочу я... Кстати, сейчас сразу скажу, уже ближе к вечеру отправлю я трек-номер, чек, и кто не получит от меня сообщение, значит, ваш заказ мы еще не отправили, и обязательно отправим чуточку позже. Так что всем большое спасибо за заказы ваши и, конечно же, за ваше понимание. И вот вышли на улицу, Сашуля, я говорю, там устанавливает замок, а я хочу сейчас подкопать несколько кустиков картошки, отварить на вечер и замариновать грибы. И вот начинаю снимать я с такой красоты. У меня прям сейчас так обильно стали цвести розы. И вот из-за того, что у нас несколько дней, наверное, шел дождь, влаги хватает, у меня розы прям заболели. И видите, такие ржавые. Я сейчас пообрезала. Они вот только расцвели, раскрылись и тут же стали осыпаться. Ну, чтобы такие розы не портили куст, думаю, сразу их я вот... обрежу, ну а так очень много на подходе, прям скоро распустится невеста, так что тут будет невероятная красота. Ну а что, осталось любоваться ими совсем чуть-чуть, уже осень на носу, а там и зима, не за горами. И вообще у нас на улице сегодня и вообще эти дни очень жарко, такое чувство, что к нам снова пришла тамбовская аномальная жара, это просто сейчас вот солнышко спряталось, на самом деле вообще очень солнечно, и даже говорят, что до сих пор купаются на речке. Но мы уже давно не ходили, но еще вовсю, представляете, купаются. И вот, очень обидно, что розы мои заболели. Видите, какие? Вот, раскрываются, и такие они все каких-то ржавых, черных, непонятных пятнах. И я еще хотела у вас спросить, возможно ли такое, что гладиолусы могут переопылиться? Я понять не могу, у меня просто не было такой расцветки, а сейчас появилась нежно-розовый такой цвет, очень красивый. А в том году у меня были желтые и прям ярко-ярко розовый. И вот белая тоже роза, невеста моя, видите, раскрывается, скоро нас порадует своим цветением. Прям очень много бутончиков. А на этом кусту уже они прям раскрываются. Я не знаю, почему влаги хватает, но у меня стали засыхать цинии. И вот чеснок мы выкапывали, он весь был сухой. Если в том году была прям такая зеленая ботва, то сейчас все намного раньше. Посмотрите, цинии мои засохли. Чеснок весь был сухой. Почему? Непонятно. И вот поближе, думаю, покажу. Такой у меня появился гладиолус. Напишите, пожалуйста, возможно, что они могут переопылиться, или это просто мои выдумки, и я забыла. Хотя я посмотрела
фото, но не было. Не было у меня такого желтый, ярко-розовый и все. Так что как-то так. Ладно, сейчас, наверное, Сашуля как закончит шуметь болгаркой, сваркой. Подойду вам, покажу и пойдем с вами уже на огород. И вот тоже гладиолус, видите, цветет и радует. И шикарнейший просто куст роз. Ой, их сколько тут много. И гортензия первый год прям очень так обильно тоже цветет. Я прям удивлена. Так что все, осталось совсем чуть-чуть, и скоро всего этого вообще ничего не будет. Папка тут весь наш в работе, весь в делах, даже не хочу подходить и его отвлекать. Все, поставил цель, что сегодня уже доделает калитку, замок, поэтому пусть делает, да, а мы пойдем с вами подкопаем картошку. Я думаю, что она за это время прям подросла хорошо. Я тут сейчас так смеялась, выкопала один куст, и посмотрите, что. Ничего, вообще не густо. Ботва огромная, а толку никакого. Ну, сейчас еще один подкопаю. И просто, какой веник ботвы. О, смотрите, какая ботва гигантская. И какой вырос картофель. Не, я люблю мелкие, но не до такой степени. Но можно будет сейчас с маслом, с чесночком замариновать и вот в духовке запечь, будет вкусно. Помыть хорошо. Сейчас, если второй куст будет такой, так и сделаем. Планы изменились. Или пожарить вот тоже можно. Не знаю, сейчас подумаю, как лучше. Может, тут земля не очень. Ну, хотя что не очень? Все очень даже как. Не, ну ботва сейчас. Подальше отойду. Просто я вот и ботва. Такая вот ботва. О! Вообще. Ну, ладно, сейчас попробуем. Еще. Копать. Вот с одного куста. Будем надеяться, что со вторым кустом повезет побольше. Второй кустик. Сейчас тоже его вырву, а потом уже лопатой. Ботва на весь огород. Картошка, конечно, да. Да что ж такое? Когда подкапывали, и то был крупнее. Да что за невезенье? И непруха-то такая. Сейчас копнем. Да тоже, наверное, ничего нет. А нет. О, а тут-то уже лучше. Резануло. Обидно. Такой вот весь ровный, кругленький. Ну пусть огромный, гигантский не надо. И так нормально. Я люблю вот самый, мне кажется, такой идеальный вообще, в принципе, размер. Сколько жуков много. Там, наверное, с краю может быть рос, поэтому земля такая песочная. Лопатка как игрушечная. Надо было другую взять, а то прям не хочет даже копать. Ну, нормально. Я думаю, что там дальше будет еще лучше. Тут земля еще такая, какая-то бетон. Не, ну все, больше точно не будет. А то я прям уже разогналась. Еще. Еще. Так, ну давайте один еще куст, а то мало два. Такой возьмем. Вот этот попробуем. Дальше. Да, вот этот подальше, наверное, сейчас еще третий кустик возьмем. Тут что выросло? О, нормально, нормальненько так. Ну все, сейчас почистим и отварим. А тут, кстати, о, ботва маленькая, зато картошка какая, да?
пнем. Главное не резануть, это самое обидное. Это самое будет обидное. О, хорошая. Хорошая, конечно. Ну, я рада. А то там прям вообще расстроилась. Думаю, ну вообще выросла, если вся такая будет. Ой, еще. Все, ладно, заходим в дом. Сейчас точно сломаю, да? И мне нравится, что она вся круглая, ровная. Красивая такая. Вышла на улицу, думаю, надо уже потихоньку растапливать баньку, ну и заодно показать вам калитку, ворота, а то на улице темнеет калитку, и вообще ворота, потом ворота, калитку, забор. Ничего забор, не, ворота, не увидите. Калитку, Сашуля тут заела, намучился он, что там? Поцарапал. Намучился он сегодня, конечно, но возни с замком много. Ты в настроении, я смотрю. 5 минут назад подходила, такой весь был какой-то, не знаю, надутый. Я не стала даже снимать. Думаю, уйду я сама по-хорошему. Приду, когда будет уже. Короче, так только. Улыбаться. Всем привет. Ну так только. Пойдет? Ну а как не пойдет? Хорошо, ну, все. Видишь, они не совпадают. А, вот эти вот. Пустота, да. Ну ты же вот болтики прикрепил. Ну вот эти, я тебе, ну они, видишь, не но симметрично я... смотрят. И тут дырочки, видишь? Ой, красиво. Ну тут можно какие-нибудь такие эти приклеить, кругляшки. Зачем? Ну, чтобы закрыть дырки. Ой, так хорошо выдумываешь. Ну и вот тут это... надо покрасить. Я хотела только сказать, это покрасить. Там надо. Не ходи. А, там сверно. Там ты смотри, сварки. Иди уже. Ну тут покрасить. Закрывай. Ладно, давай выйдем с обратной стороны, покажем, как сейчас смотрится. Сейчас надо покрасить, пока дождь не пошел. Но это еще не конечный вариант. Еще надо будет закрепить. Сашуль, всего лишь тебе надо еще закрепить 200 штук штакетника. Угу.
совсем ничего. Самое. Что, покрасишь и носишь, да? Да. Самое сложное уже все позади. Открывай давай краску. И самое больше, наверное, радуется, это Альфуша. Бегает сегодня весь день. Ну а что? Все сделано. Закрыто. Может теперь ходить по усадьбе, гулять, лежит там, как всегда, на своем любимом месте. Ну а кто она? Хозяйка усадьбы. Янусь, на, покрась. Янусь, что ты красишь, да? Янусь, на, покрась. Хорошо, да. Сашуль, ну я снимаю. Ты же не можешь подождать 5 минут. Надо тебе все здесь и сейчас. Командир еще тот. Ой, ну сегодня прям весь день он. И ворота, и калитку. Ну и потом половина дня просто, да? Замок. Но зато смотри, как Сашуль все. Подержи, вот, чтобы она не уходила. Как аккуратненько, видите? Вот. Стой. И с этой стороны. Ну, как всегда, недоволен. Что-то его не устраивает. Наверное, чтоб лишний раз я его похвалила. Какой он молодец. Нарывается прям так на комплимент. Блин, тут как? Теперь откручивать его, что ли? Ну, а там не видно же толком. Чуть-чуть. Пойдет. Максимка. Тебя зовут. Сейчас иду. Максимка там кое-что спрашивал. Друг его приехал. Так они сегодня весь день просто не расставались. И вышла за двор. Думаю, покажу вам еще с этой стороны. И тут тучки такие нашли. Наверное, будет дождь. Посмотрите, какое небо. Ой, ну, конечно, что было. И вообще, как было, как стало. Это что-то. И как хорошо, вот, что сделали именно вот такие ворота с калиткой, чтобы они немножко выделялись. Если было сплошняком, мне кажется, было бы не так, что ли, интересно. И Сашуля там в таком настроении прям песенки запевает, поет. Я уже покрасила. Подожди. Видишь, я и снимаю, Сашуль. Все успеваю и красить. Кстати, еще приготовила тут звонок, чтобы он закрепил на калитке. И вот кто в гости придет, вот так вот разок, и я вышла, открыла. Не знаю, кодовый замок, прям очень, конечно, удобно. У нас у знакомых точно такой же, такая же марка, все работает и зимой, и весной, ничего не замерзает. Ну, не знаю, посмотрим, какое попалось качество нам. Поживем, увидим. Но я прям вообще не могу наглядеться. Да, это может быть не супер-пупер забор. Есть лучшие, но это ведь наш забор. Конечно, я радуюсь. А то стояли тут уже гнилушки, штакетник. Пойду его сейчас пилить и баньку топить. Но когда будет двойной, еще лучше будет. Вот. Да, Сашуль? Да. Ты даже не слышал, что я говорю. Да. О, инструмент тут все у него. Пусть собирает, убирает, не торопясь. А я как раз воды наберу. Там дровишек немножко есть. Да я и сама напилить могу. Хорошо, что теперь у меня есть такая чудо-маленькая помощница пила. Аккуратно. Сашуль, последний штрих остался. Сейчас покажу вам довольную моську. И кто самый-самый довольный? Это Альфуша. Вот, лежит на своем законном месте. Да, Альфушкин, вы видели, как она вчера побежала. Мы ее вчера еще вечером отпустили побегать. Ну, посмотрели, чтобы она не убежала. Она просто прям сидела на нас, смотрела и скулила. И мы решили отпустить, чтобы она вечером побегала, пока мы были на улице. А вот сегодня уже, когда Сашуля все доделал, все время бегала, довольная такая, от нас не отходила. И сейчас лежит счастливая. И, кстати, у нее наконец-то коготь зажил. Теперь она вообще на лапку не хромает. Но обязательно потом тоже вам сниму, покажу, когда она бегать будет. Все, теперь надо вовремя подрезать, чтобы больше такого у нас, да,
Не получилось, а то прям долго он у нее заживал. С зимы она у нас хромала. И вот только, представляете, только сейчас у нее все прошло. Лежит тут такая довольная. А здесь Фикс ходит. В общем, все гуляют по двору, да? Каждому есть место. О, как они дружат. Уже вообще не боятся, подходят друг к другу. Раньше-то все время они тут что-то поделить не могли. А сейчас все дружно живут. Посмотрите, кто вернулся домой, и видно вам или нет, как у него просто разбарабанило одну сторону, все опухло, видимо, он с кем-то подрался, и сейчас вот повернулся, видно, у него такое загноение. Надо будет обработать, все посмотреть. Вообще просто персик. Вот не сидится, я не знаю, ему дома. Вот Фикса вообще не выгнать. А это чудо. Постоянно где-то с кем-то гуляет. Просто. О, видно, какая тут у него огромная шишка. С этой стороны ничего нет, а там такой вот просто шишак. Сейчас вынесу спрей. У нас есть, мы покупали, когда вот, помните, Ольфуши с лапой было. Еще осталось его немного. Сейчас все обработаем. Просто ужас, конечно. Растопила баньку, пока там набирала воды, прибирала, все, уже смотрю, и прогорела. Ну, наверное, сейчас буду только полить я бумагой, мусором. Лето, баня нагревается прям очень быстро, а ну зачем, тоже жара такая невыносимая. Бумагой топим. Вот, ну посмотрим, как еще вообще будет она нагреваться зимой. И вот сейчас, когда воду набирала, сюда тоже зашла, думаю, когда тут у нас уже будет тоже ремонтик и красиво. Ну да ладно, всему свое время. И вот закрыла дверь. Сашуля любит попариться, чтобы было тут тепленько. Ой, прям вагонка нагревается, заходишь, и так тут приятно пахнет. И уже посмотрите, насколько нагрелось. 60 градусов. Все, конечно, хватит. Я вообще, когда моюсь, парюсь, открываю двери сюда, в раздевалку, чтобы было прохладно. Я жару не переношу. Все, баньку натопили. Можно... Сейчас там инструмент соберет. Можно будет идти париться. Вот так вот у нас тут. Тоже кто-то недавно подписался на наш канал. Интересовались, почему у вас в парной так красиво, а здесь ничего нет. Ну, потому что нет пока возможности. Забор устанавливали зимой, в бане ремонт делали. Сейчас как на улице все сделаем. Вот, и потом потихоньку будем тоже собирать, чтобы продолжить ремонт здесь в раздевалке и в комнате отдыха. О, Бусятка пришла погреться, да, Буся? А я там персика накормила. Сейчас пойдем ему обработаем вот эту вот рану, пока он дома и никуда не убежал. Так что будем сегодня мы греться в баньке. Ну что это за кот, я не знаю. Покормили, обработали ему все. И вот сразу попросился, вышел на улицу, побежал за двор. Не сидится ему дома. И хочу сказать большое спасибо, вот кто посоветовал вот этот вот приобрести Чеми спрей. Очень хорошо он помогает. Прям больно ему, наверное, стало. Он аж стал вырываться, но все равно Сашуля держал, чтобы хорошо обработать. Наверное, подрался с кем-то, укусил его соперник и стало нарывать. Вот пошел, видите? Ведет такой разгульный образ жизни. Дома не сидит. Ну, как Сашуля говорит, кота, как ты хотела. Пусть гуляет, жизнь одна.
Все, побежал. Мальчишки уже ушли в баню париться, а мы вот с дочерью ждем, когда они уже придут, потом пойдем мы. И вот хотела показать, ставила я звонок вот здесь вот на столике, прям достает по всему дому, слышно очень хорошо, но не знаю, как прослужит, долго-недолго, но пока я всем довольна. Мелодий очень много, и громкость можно установить, и вообще, в принципе, выключить, вот, и... Поставила я тут компот, сейчас как пойду уже в баню, нужно будет вынести в хранилище. Я переживала, что не хватит мне сахара, мало я насыпала и вздуется, но нет. Ну хотя, в принципе, компот вообще не привередливый и никогда, наверное, не взлетает. И, кстати, кто-то спрашивал, спорил в комментариях по поводу ягоды, мыть, не мыть. Никогда я не мою малину, она чистая, просто единственное, когда ты собираешь... Нет, может попасться, да, там, например, листочек, и надо его убрать. А вот ягоду я мыть не мою. Ну, а что потом вообще с нее будет? Мне кажется, вообще, в принципе, я нигде не видела, чтоб малину мыли. И показывала я вам или нет, у меня тут зацвело женское счастье. Вот, видите, цветет. Он у меня приболел, стал пропадать, листочки желтели, но потом я вроде бы как их пообрезала и стали нарастать вот новые молодые листья. Ну, смотрю, наблюдаю, пока все хорошо. И я уже говорила, у Максимки сегодня просто весь день был друг, они бегали туда-сюда, обратно. И посмотрите, что он ему подарил. Вот такие вот камни с моря, разные, красивые. Максимка у нас очень любит камни. Помните, когда мы ездили покупать саженцы, и там разные камушки продавали, и вот ему дарили, и он все их хранит. Так, свет, наверное, не очень хороший, яркий, поэтому камера не фокусируется. Но этот прям вообще, конечно, огромный такой. И вот Максимка их тут все вот так вот составил. А это маленькие вот ракушки. Такие красивые. И Анюте он подарил. И Максиму тоже. Разные-разные. Такой прям маленький и гладкий. Когда вот так вот трогаешь, прям приятненько так. Камушки, в общем, красивые. Так, ладно, выключаю свет, а то как вещи тут они собирали и ничего не выключили. Все, ждем, потом идем тоже в баньку и уже включусь, наверное, я чуточку позже. Как-то так прошел наш день. Вообще сегодня он, я бы сказала, пролетел. Ну, сделали большое дело, отправили посылки. Это самое главное. Время уже 11, я собираюсь спать, и вот включилась прям буквально на минуту. Как-то так прошел наш день. Ну, что хочу сказать, иду со спокойной душой спать, Альфуша на свободе, бегает. Просто сегодня вообще весь день от нас не отходила. Ну и как-то так прошел наш день. И напоминаю, подписывайтесь на Дзен-канал, Телеграм-канал, ссылки все в описании канала, и также закреплю в первом комментарии. Поддерживайте нас пальчиком вверх, вам не сложно, а нам приятно. Ну и пишите, как вам новые ворота и калитка. Все, пока-пока, до встречи, завтра увидимся.